Привет, друзья! Вы на канале «Порошок к столу». Сегодня запекаем овощи в духовке. Картофель, морковь и кабачок нарезаем брусочками примерно 1,5-2 см толщиной. Сладкий перец нарезаю соломкой, довольно крупной. Можете взять любого цвета перчик, какой вам нравится. Лук нарезаю кольцами, толщина 5-7 мм. Цветную капусту надо разобрать на соцветия. Овощи подготовили, теперь приготовим панировку. Друзья, подписывайтесь на наш канал и готовьте вместе с нами. Кукурузные хлопья, самые обычные, насыпаю в блендер. И измельчаю. Хлопья не надо превращать в муку, пусть остаются вот такой мелкой крошкой. Кукурузные хлопья добавляю к панировочным сухарям. На мелкой терке натираю сыр. Лучше всего подходят твердые сорта сыра. Добавляю еще сушеный чеснок. Можно, конечно, и свежий, но мне больше нравится сушеным. Тогда овощи не пригорают. И немного орегано. Вообще можно добавить любые специи, которые вам нравятся. Все хорошо перемешиваем. На противень добавляю немного масла и немножко распределяю. Теперь застилаю пергаментом. На пергамент добавила немного масла и равномерно распределяю. У меня оливковое, подходит также и подсолнечное. К картофелю добавляю соль по вкусу и немного масла. И хорошо перемешиваем. Теперь картофель в панировку. Так хорошо обваливаем, лишнее немножко стряхиваем и на противень. К морковке добавляю соль, немного масла и перемешиваю. Теперь морковь в панировку и на противень. То же самое делаем с цукини. Для всех овощей схема одна: соль, масло и панировка. Теперь овощи отправляю запекаться в разогретую духовку до 200 градусов, режим гриль, примерно на 20-25 минут. Ребята, посмотрите, какие классные, румяные, красивые получились овощи. Давайте скорее попробуем. Здорово. Хрустит. Вообще сделать, по-моему, очень просто. Рецепт великолепный. Овощи можно любые, какие вы любите. Жду ваши комментарии, как вам такой рецепт. Прошу к столу и приятного вам аппетита!